Друзья, здравствуйте! С вами магазин ткани на Спасском. Мы находимся в городе Санкт-Петербург, Спасский переулок 6-8. Сегодня подобрали для вас потрясающие шерсти для предстоящего осеннего сезона. Начнем с первой позиции. Это очень мягкая шерсть. Она фланелевая. Бренд Marzotto. Потрясающая по пластике. Мягкая. Красивая цветовая гамма из данной шерсти получится. Свободные брюки, костюм, платье, юбку. Можно шить ее без подкладки, так как тактильно очень приятная. Ширина данного полотна 154 сантиметра и стоимость 3300. Следующий вариант. Это шерсть полиамида и эластан от бренда Balenciaga. Интересная клетка на молочном фоне, серый и черный цвет. Очень стильно для костюма. Эта шерсть чуть суховата, она держит форму. Также из нее получится прекрасное платье. Можно добавить какую-то еще шерсть, и будет очень стильно в стиле бренда. Ширина данного полотна 154 сантиметра и стоимость всего 2400. Следующий вариант — это шерсть от Burberry с пьедепуль. Очень интересное цветовое сочетание: зеленые, бордовые, черные. Классическая шерсть, она сухая, хорошо держит форму. Подойдет на легкое пальто, жакет, костюм, платье либо юбку. Но эту шерсть уже лучше ставить на подкладку. Ширина данного полотна 153 сантиметра и по стоимости она всего 2500. Следующий вариант в спокойной цветовой гамме. Это шерсть с эластаном, серая, в клетку пьедепуль. Шерсть очень пластичная, она хорошо тянется. Приятно и тактильно, но для чувствительной кожи потребуется подкладка. Прекрасно будет смотреться в защипах, в сборках. Стильные брюки палаццо выйдут из этой шерсти. В целом такой классический, но стильный образ получится. Вот такой интересный вариант. Это шерсть от бренда Balenciaga. Она очень мягкая, при этом очень пластичная. Невероятно стильная. Здесь и клетка, и пьедепуль. Потрясающее сочетание цветов. Из данной шерсти получится прекрасное платье, юбка, костюм. Можно шить рубашку. Яркая. Также получится интересный сарафан, который можно сочетать с бадлоном одного из этих цветов. Либо классика белое-черное, либо яркое. Очень мягкая шерсть, подойдет идеально и детям. Следующие три позиции — это классика клеточки тартан. Первый вариант — шерсть с хлопком и полиамидом. Тактильно приятная, чуть-чуть суховато. Из данной шерсти будет интересная юбка в складку. Достаточно классический образ получится, также жакет. Рубашка, платье. Клетка тартан всегда актуальна и смотрится очень стильно. По стоимости данный вариант 2600 и ширина 152 сантиметра. Еще один классический вариант клетки тартан. Эта шерсть уже более легкая. Платьино-рубашечной плотности, она пластичная. Тактильно приятная.
практически не колется. Клетка среднего размера. Из данной шерсти получится платье, юбка. Можно даже сделать какой-то плантин. Легкая, воздушная. 100% шерсть, ширина 155 сантиметров и по стоимости 3 350 рублей. И последний вариант, который мы хотим вам сегодня показать, это шерсть от Balenciaga. Стильная, желтая с черным. Шерсть сухая, хорошо держит форму. Можно сделать пиджак с какими-то заостренными углами. Юбку, складку в мелкую достаточно. Платье, сарафан. Яркая, жизнерадостная. 100% шерсть, 156 сантиметров ширина и стоимость 3 250. Друзья, напоминаем, что у нас действует промокод YouTube10 на первый заказ. Делайте скриншот промокода и присылайте нашим менеджерам. Также подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, ставьте лайки и выбирайте понравившуюся шерсть. Ждем вас в гости как онлайн, так и офлайн.